И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.91. Давайте продолжать изучать эту программу. И что хотелось бы показать в этом ролике? В этом ролике хочется рассмотреть аддон Rig камеры. В прошлых роликах я показывал, как сделать самому Rig, используя кости. Ну, тут уже все готовое. Edit открываем, преференции. Так, находим аддоны, пишем. Так, на английский переводимся. И пишем камера. Так, камера, вот, add camera rigs. Ставим галочку. Закрываем. Заходим в add. Находим. Так, камера. И вот у нас есть первая. Просто камера. Потом Dolby Camera Rig. Давайте вот сначала Dolby Camera Rig рассмотрим. Итак, здесь вот эта вот часть, за которой следит камера. Здесь у нас персонаж. Мы его ставим вот в эту точку. Вот где находится, так сказать, кость слежения. Вот эта вот часть. Теперь выбираем камеру. И заходим, так, в PoseMod. Выбираем вот эту вот кость, или вот эту, или центральную. Центральная, это можно переносить, вот, передвигать. Теперь вот эту косточку можно, кружок вот этот, выбрать. Он будет переносить только камеру, но камера все равно будет привязана вот к этому, к этой кости. Так, теперь вот эту часть выбираем. Сможем вводить полностью камеру вот так, вот так. И давайте посмотрим, какой будет внешний вид. Итак, у нас есть персонаж. Нажимаем 0. Заходим в Object Mode, нажимаем 0. Что-то у меня опять не работает. Сейчас преференции. Если у вас не работают клавиши, то заходите Input и ставите эмуляция NumPad. Вот эту и вот эту тоже. Так, вот теперь 0. Все, 0 работает. Вот камера смотрит на персонажа. Заходим здесь, выбираем косточки. Заходим в PoseMod. Выбираем кость. Семерка на NumPad. И можно вводить G. Вот вы видите, что куда бы мы ни повели камеру, она смотрит именно вот на кость, где стоит вот этот гражданин. Вот на этот, на кость слежения. Вот так вот. И вот так нужно делать анимацию обзора какой-нибудь сцены. Поставить в нужное место вот этот вот камеру. Каким образом? Вот выбираем ее, G, уводим, допустим, в бок, выбираем теперь кость камеры и теперь G. Так, смотрим R, G. Сместилась привязка, вот это. Значит, нужно вот эту привязку, так, G, поставить на персонажа опять. Так вот, где-то вот таким вот образом. Вот такая штука. Так, еще раз G. И вот так вот. Все, теперь персонаж полностью в этой точке. И теперь проверяем опять же камеру. Выбираем кость камеры. Она вот она. И теперь G можем опять вводить. И вы увидите, что персонаж уже более-менее больше объем камера берет. Уже прикольнее, чем она находится рядом. Вот такая штука.
Так, рассмотрим еще одну камеру. Так, Object Mode. Удаляем теперь вот эту камеру. Delete. 0 на numpad отключаем. Персонаж так и остается. Вот эту камеру можно стандартную тоже удалить. Заходим в Add, находим камера и включаем кран камера Rig. Здесь все еще больше прикольней. Так, персонаж также находится в центре. Выбираем вот этот риг и заходим в Pose Mode. Выбираем вот эту кость и жмем G. Вы видите, что мы можем ее поднимать. Эту кость можем вытягивать. Также мы можем ее... Так, пардонте, вот эту вот можем G передвигать отдельно. Эту можем S удлинять, приближать, отдалять, уводить дальше вглубь. Ну, такая штука. Давайте посмотрим, как она теперь работает на персонаже. Вот опять же персонаж. Мы теперь ближе к нему находимся. Выбираем, делаем английскую S. И вы видите, медленно удаляемся. Но здесь вот уже появляется вот эта типа кость. Смотрим дальше. Если мы поднимаем G повыше, вот тоже прикольные ракурсы можно брать. Вот так все это дело выглядит. И теперь смотрим. Если мы камеру G подведем к персонажу, а допустим начнем потом действовать вот этой вот штукой. Делаем, допустим, S. И вот вы видите, что уже появилось какое-никакое ограничение движения. Эту камеру теперь можем G поднять, допустим, сверху, а регулировать вот этим столбом, костью S. Вот теперь вид сверху, как будто камера сверху опускается, снизу вот может сверху опускаться. Так, теперь G. Вот так вот. Интрига сцены можно так сделать. Где-то G вот назад я подставил. И вот так вот записывается. Быстро, все прикольно. Пробуйте. Есть такая штука.